на стыке улицы Горького и проспекта Космонавтов в среду была сбита женщина. Вот в этом месте, где пешеходного перехода сейчас нет, но он всегда был, и люди к нему привыкли. До вчерашнего дня здесь лежала вот эта вот пешеходная дорожка, которая просто приглашает людей под колеса. Пожалуйста, нельзя здесь ходить, здесь перехода нет. К сожалению, у нас пока не случится какая-то беда, никто не пошевелится. Вот сейчас сняли вот эту дорожку, но все равно люди продолжают идти. И самое главное, что с этой привычкой невозможно побороться, значит, надо что-то делать. У нас же есть разные службы, у нас есть комиссия по безопасности дорожного движения. Ну, сделайте какой-то переход ближе. 22 года живу здесь, люди всегда ходят постоянно. Самое удобное место, где переходить дорогу, потому что до ближайшего светофора тут 200 метров. Там он не в резонанс работает, если ты один светофор переходишь, ты попадаешь на красный, на второй. То есть очень много времени и расстояния теряются.